Старые башмаки вместо новеньких кроссовок. Горожанин стал жертвой интернет-мошенника. Потерпевший рассказал, заказал в одной из социальных сетей пару кроссовок белого цвета. Продавец пообещал отправить товар почтой наложенным платежом. При получении мужчина оплатил стоимость товара и доставки всего порядка 65 рублей. Когда покупатель открыл коробку, вместо обуви он увидел старые черные ботинки. Белым корректором название бренда. В качестве бонуса в посылке оказались старый мобильный телефон, аккумуляторная батарея и часть сетевого адаптера. Эксперты провели судебную товароведческую экспертизу и выяснили, стоимость содержимого посылки, как сообщается, чуть более 14 рублей. Правовую оценку действиям продавца даст Следственный комитет.